часть, большой палец и руки мы вкладываем в пупок, правую руку фиксируем и 100 раз нажимаем себе на пупок, как на кнопочку. При этом мы делаем пассивный выдох, живот мягкий. Фактически мы пальцем нажимаем на пупок, выталкиваем воздух, ту часть воздуха, которая у нас находится в этот момент, нас, мы ее выталкиваем, делаем это 100 раз. Потом по истечении этих 100 раз, соответственно, мы опускаем, немножко созерцаем это ощущение, да, разогрева в животе, вытягиваемся по оси, затылок немножко назад защищаем, вверх, то есть нам уже хорошо-хорошо расправиться, и работаем с капалабхати. Делаем 27 капалабхати, затем читали удара через зубы, удара банха живот вытолкнули, и удьяна банха живот втянули. На выдохе делаем наклон на 45 градусов вперед. То есть мы не полностью наклоняемся, параллельно полу, плечи раскрываем, грудную клетку раскрываем, грудную клетку тянемся вперед. Мулабанха промежность все время подтянута. Делаем еще один подход. Задержка дыхания на выдохе, создаем вакуум, дьяна банха, и выталкиваем втягиваем брюшную стенку на задержке. То есть создали вакуум, потом работаем, манипулируем животом, выталкиваем, втягиваем. Все это на задержке, выталкиваем, втягиваем. Затем расслабляем живот, делаем вдох, делаем вот эту волну, раскачиваем позвоночник, снимаем напряжение, если оно есть, и разворачиваем все вверх. И
после этого хорошо тоже посозерцать, поощущать, это будет очень ощутимо. Агнисара, если ее сделать хотя бы там 5 раз подряд, то будет ощутимое такое состояние тепла в животе, оно будет успекаться на рукам, по ногам, в голову, в голове гораздо чище.